Всем привет! Сегодня я хочу сделать ключ для снятия датчика, чтобы проверять катализатор. Для этого я купил ключ, точнее головку на 22, взял не самую дешевую, рублей за 250, и теперь надо сделать прорезь для провода. Вот здесь. Я буду это делать болгаркой. Можно, конечно, купить готовый ключ, но он где-то от 600, 700, 800 рублей. Ну и плюс хочется что-то сделать самому. Кстати, есть оригинальный даже ключ для этих работ. Вот его фото, тут написан его номер, и он начинается от 3-4 тысяч, его цена. Поэтому я хочу попробовать сделать сам. Все, теперь режу болгаркой, делаю прорезь. Итак, режу я сразу толстым диском. Не забывайте про меры безопасности, берегите глаза. Ну и, наверное, хватит пропиливать его. Так, вот я пропилил практически до конца. Пусть чуть постоит, обсохнет. Потом можно убрать лишние заусенцы, чтобы провод не разрезать. И вот что получилось. Надеюсь, этого расстояния хватит, чтобы провод пролез и не мешался откручиванию. Теперь, через пару дней, ко мне приедет Kia Rio, 17-й год, с пробегом почти 200 тысяч. Это прошлый кузов QBR-ка, одна из последних машин. И на ней как раз я протестирую этот ключ и заодно посмотрю катализатор, в каком он состоянии. Ну а на этом сегодня все. Сегодня видео получилось коротеньким, в нем я делал только ключ. Смотрите мои следующие видео, там я буду рассказывать уже, как я откручиваю, и буду смотреть эти катализаторы. Также посмотрите предыдущее видео, где я показываю стоимость катализатора, реальную стоимость катализатора от Kia Rio. Также не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Всем успехов и удачи на дороге!